Центр города 9 мая перекроют. С 5 до 16 часов нельзя будет проехать по Шереметьевскому проспекту на участке от улицы Громобоя до улицы 10 августа в связи с проведением торжественного митинга и парада. С 14 до 16 часов перекроют движение по проспекту Ленина на участке от улицы 10 августа до площади Пушкина и по улице Красной Армии на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина в связи с проведением шествия «Бессмертный полк». Также ограничат движение с 21 часа до окончания мероприятий по проспекту Ленина на участке от улицы Демидова до улицы Почтовая, а также на улице Жарова на участке от проспекта Ленина до улицы Кузнецова в связи с проведением праздничного фейерверка. Несмотря на ограничения, общественный транспорт в этот день будет работать, причем даже дольше обычного. На период закрытия Шереметьевского проспекта будет движение автобусов, организованного по проспекту Ленина. На период, когда будет закрыт также еще проспект Ленина, движение общественного транспорта будет организовано по объездным путям или будет маршрут разбиваться на более короткие, для того, чтобы развозить людей от мест закрытия движения. А вечером после фейерверка в местах там Площадь Победы, Площадь Революции будут организованы.